Сколько стоит зарядить Теслу на суперчарджерах в Германии? Ты пока подпишись, а я сейчас все расскажу. Погнали! Я взял свою машину и отправился на ближайший ко мне суперчарджер. Кое, кстати, только вокруг меня около 8 штук. Зарядил машину с 3 до 100% и готов поделиться ценами. За что лично я очень люблю эти зарядки, так это то, что они практически всегда пустые. Вот здесь, например, нет никого, кроме меня. Как правило, если лень выходить на 15-20 минут из машины, а именно столько примерно займет типичная зарядка на этих чарджерах, то можно скоротать время, посмотрев YouTube или поиграв в игры забавы ради. А самая приятная часть из этого всего, так это то, что я заплатил примерно 21 евро и получил 420 километров хода всего за 15 минут. Так что как вам эти цены? Делитесь в комментариях, а я отвечу на вопрос.